Так, ну что ж, всем привет. Сегодня у нас на обзоре, смотрите, что. Такая вот длинная штука. И вот такая вот штука. Сюда вот ее будем ставить для, так сказать, рабочего места. Вот здесь вот зона у нас. Будем сюда ее ставить. Давайте, поехали. Посмотрим, откроем, что это. Давайте начнем с этой вот штуки. Что у нас здесь? О, здесь у нас ножки, смотрите, 4 штуки ножки. Ну, простейшая конструкция, думаю, ничего здесь страшного нет. Крепеж надо будет ставить. Здесь вижу такие белые ножки. И дальше уже посмотрим, что куда. Давайте, поехали, открываем ножки. Так, ну и, собственно говоря, вот это хозяйство у нас, вот оно так выглядит. Вот. Это у нас стол и ножки. Ножки выглядят так. Давайте, поехали. Столешница. Открываем, смотрим. Так, ну вот, собственно говоря, открыли мы сама столешница у нас вот так выглядит. Давайте посмотрим сблизи, как это все устроено. Здесь у нас крепежные точки, элементы врезаны. Здесь вот у нас этот механизм на болтах, на винтах посажены. Сюда, скорее всего, ножки вкручиваются. Сюда вот ставить будем ножки. Здесь у нас вот так вот все сделано. Здесь это немножко коцки есть, да? А нет, это мусор. Где вот здесь у нас видел я. Вот, видите, немножко повреждения есть. Довольно доска, не знаю, что брак, не брак, что это такое, непонятно. Вот, хозяйство. Так, что здесь? Пазы врезаны. Вот, внешний вид. Такой вот внешний вид. Здесь у нас вроде ничего нет. Единственная вот эта вот штука меня немножко напрягла. То, что здесь вот такая вот коцка есть. Мятина там клей выдел, судя по всему, да. Стружка какая-то, видите, да? Косяк. Переворачиваем. Сейчас будем ножки ставить, потом уже перевернем, да? Давайте, поехали, будем устанавливать ножки. Что ж, вот эти вот. Поехали. Так, смотрите, вот такая вот у нас гайка. Гайка. Гайка, какой размер здесь не написан, да? Ты не вижу, сейчас написано, не написано, не вижу. С вами, может, посмотрим. Какой размер, не вижу. И шайба. Шайба тоже. Ну, сейчас. Так, ну что ж, ребятки, нашел я ключ, но, правда, не тот. Здесь, посмотрите, очень интересно. Гайка на, видно, ключ на 13, да, видите, 12, 14, но не подходит здесь, к сожалению, вот 12 маленький, смотрите, не заходит гайка, да, никак, не так, никак, 14 уже много, из 14 она уже провалится туда, все, ну, в принципе, можно крутить ее, не знаю, сейчас посмотрим, как пойдет, или стандартно плоскогубцами, давайте установим пробную. И посмотрим. Поехали. Так, еще вот здесь она немножко шатается у нас, видите, да? Крепление шатается. Что так быть не должно. Почему так сделал, не знаю. Видите, чуть-чуть ходит. Тут ненормально тоже. Тут хоть не вращается. Тоже, конечно, так себе. Давайте, поехали. Вперед. Устанавливаем вот сюда вот. И продеваем, одеваем. Дальше. Так, установили шайбу. Шайбу установили. И дальше гайка идет. Гайку наживляем. Тоже смотрим. И поехали, наживляем. Выкручиваем. Вот так. Руки закрутили, дальше уже плоскогубцы используем.
Или ключ. Сейчас посмотрим, ключ, как здесь подход есть. Для ключа нет. Сейчас. Провалится ключ, конечно, не очень. Сейчас посмотрим. Круче тоже не получится, да, вот чуть крутится, да, видите, чуть видно, идет. Накрайник можно так делать, если у вас нет подходящего размера, так показываю, вот так крутить, это, конечно, тоже, сейчас посмотрим, так, давайте глянем, вот это вот. Здесь то. Так, уже не идет дальше, да? Сейчас смотрим. Опа, все, срывается уже, видите, да? Так, ключ, кайка. Все, в принципе, не шатается. Здесь проверим. Ну, вроде сидит крепко. Что дальше не идет, попробуем пустогубцем. Уже сейчас... Левая рука, конечно, у меня не очень. В том плане здесь подхода. Подхода особо нет. Боюсь, что сорвется, больше не будем. Ну все, в принципе. И по такому же принципу оставшиеся 4. И уже думаю, будет, что все. Давайте используем другие. Поехали вперед. Обязательно соблюдайте порядок. Наживление. Вот у вас винт стоит. Сначала наживляете толстую шайбу. То есть толстой частью берете вот этой вот нижней, чтобы у вас усилие было толстой, прижимаете к поверхности. Потом также берете толстую часть гайки. Толстую часть гайки, вот толстая внизу. Вот она здесь. Ее накручиваете. Сейчас показываю, накручиваете. Накрутили от руки и приступаете к ключу уже. Поехали. Так, ну давайте последний накручиваем, ставим, все, сильно больно тоже не закручивайте, поехали. Так, ну что ж, все здесь собрато, в принципе, давайте глянем на общий вид, ножки, так, это уже историю, где я видел, такой вот наплыв, чего это непонятно. Краска, что ли, сошла, что-то. Надеюсь, вот такой наплыв, непонятно. Вот косяк сборки. Не нашей. Здесь вот тоже эти косяки присутствуют. Да нет. Тоже косяк сборки. Как-то непосредственно красил это хозяйство. Здесь по ножкам что как. Здесь где так... Что, поехали, переворачиваем, там смотрим уже столешницу саму. Поехали. Так, ну что ж, собственно говоря, вот смотрите, стол. Так, поставили его. Здесь поставили колонку, лампу. Стол деревянный. Ножки железные у него. Надо будет удлинитель еще один брать туда направо. Здесь у нас была колонка, здесь вот, теперь она вот здесь вот качует. Здесь потом робот надо будет поставить. Мне сюда вот нужно удлинить, потому что здесь ничего нет, к сожалению. Здесь тоже только одна розеточка. Так вот. Все, в принципе, все. Сегодня у нас был на обзоре вот этот стол. Компания No Name, не знаю какая, самоделки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока.